Крон? Да-да. Сейчас, момент. Так. Добре дошли всем на наш семинар, на наш семинар в юни месец. Аз просто помоля всички да затворят микрофони и да ги отворят само когато трябва да говорят. Днеска е с нас Денис Олегович Ципкин из Санкт-Петербурга. Той ще ни говори за методологически основи исторического почерковедения. Аз го помолих малко да ни дава и конкретни сведения. Последни две семинари и този са за идентификация на копистите. Малко за методология, за методика. И това ни е доста трудно и доста важно. Се надяваме днеска да има хубави и интересни новини от Денис, на кого аз сега ще дам дума. Както винаги, 45 минути доклад и 45 минути дискусия. Пожалуйста, Денис. Спасибо. Еще раз рад поприветствовать всех вот, дорогих коллег. Надеюсь, что экран с презентацией виден хорошо. Прекрасно. Вот, потому что я его сейчас сам уже вижу плохо из-за того, что переключился. Ну, я начну с того, что, конечно, наверное, стоит предупредить наших коллег, что я не питаю больших иллюзий по поводу какой-то особой пользы от моего выступления практической, а просто хочу познакомить с теми направлениями работ, которые ведет моя группа. Это большая довольно исследовательская группа, которая занимается проблематикой исторического почерковедения. Почему вот так с некоторой осторожностью отношусь к своему тексту и к его интересу для присутствующих? Потому что вот то, о чем говорил Марко, проблемы идентификации писцов, проблемы датировки, локализации для нас все-таки вторичны. Мы занимаемся, наша фундаментальная задача – это изучение исторических навыков, изучение человека во времени по материалам его, вот, тех его следов, его следов его деятельности, которые отражают его навыки. А через навыки мы пытаемся уже рассмотреть процессы такого вот глобального изменения человека. А с этой точки зрения рукописи для нас представляют, безусловно, колоссальный интерес по той простой причине, что письменно-двигательные навыки, вообще письмо в целом, это может быть самая, так сказать, такая большая часть следов, которые нам доступны от прошлого, следов деятельности людей. И вот с этой точки зрения мы и смотрим на фундаментальную задачу нашего исследования. Ну, надо сначала сказать, кто такие мы. Мы – это, безусловно, лаборатория кодекологических исследований и научно-технической экспертизы Российской национальной библиотеки, сейчас уже объединенная с Федеральным центром консервации документов той же библиотеки. Это исследовательская группа в Институте физиологии Павлова. И это представители, естественно, научного... Вот. И это, безусловно, представители естественно-научного направления в изучении культурного наследия в системе Национального исследовательского центра Курчатовский институт. Ну и плюс еще некоторое количество примкнувших учреждений. И там, если мы говорим о молодежи, то это, безусловно, Санкт-Петербургский государственный университет. Кафедра... Денис, если возможно, громче. Громче, хорошо, хорошо. Спасибо. Пускай так лучше. Вот. И вот это вот сообщество, объединенное там разными договорами,
консорциумом по исследованию, естественно, научным методом исследования наследия. Вот оно и ведет ту работу, о которой я немножечко расскажу, о ее методологических, теоретических составляющих. И, может быть, я буду очень рад, если коллеги найдут здесь ну, хоть что-нибудь для себя интересное, важное, полезное. Это было бы очень здорово. А второй момент, который здесь тоже надо сразу же оговорить, это то, что мы, конечно, занимаемся материалами в основном, то есть у нас, в принципе, нет ограничений ни по времени, ни по месту производства рукописей, но, конечно, вот особый интерес для нас представляют рукописи древнерусские, в целом славянские, 15 по первую четверть 18 века, то есть несколько позже интересов вот той группы, которая объединена в этот замечательный семинар. Ну, вот этот материал у меня будет фигурировать в докладе, но, возможно, из него что-то можно будет тоже извлечь. Поскольку времени мало, и это такой самый-самый общий обзор того, как мы видим основные моменты в методологии, в теории исторического почерковедения, то я, конечно, буду вынужден, что называется, идти по верхам. То есть, потому что, конечно, каждый из разделов, о котором идет речь, требует самостоятельной большой лекции. А так оно, в принципе, у нас и делается. И, конечно, сейчас это такая, ну, если так можно выразиться, экскурсия по методологии. Но если кого-то что-то заинтересует, конечно, я, мои коллеги будем рады познакомить с этим детально, в любом виде, и дистанционном, и живом. Сейчас я уже говорю с позиции директора по особо ценным фондам Российской национальной библиотеки. Мы всегда готовы принять наших коллег и будем очень рады. Вот. И, конечно, тогда уже можно говорить о каких-то деталях. Поэтому сейчас, конечно, это такой общий обзор, я бы сказал, экскурсия того, как на экскурсия о том, посвященная тому, как мы смотрим на письмо. Вот и что из этого можно извлечь? Не больше. Поэтому вот я так без иллюзий по поводу собственного выступления. Вся методология, на которой базируется вот историческое почерковедение, как одна из частей почерковедения, науки о почерке, она для нас вот своей фундаментальной базы имеет наследие культурно-исторической школы, связанной прежде всего с Львом Семеновичем Выгодским, и примкнувший, скажем так, круга Выгодского, в котором для нас наиболее ярким вот, является творчество Николая Александровича Берштейна. А в рамках непосредственно школы Выгодского это, конечно, и Александр Романович Лурия, и Алексей Николаевич Леонтьев. Я думаю, что все эти имена прекрасно знакомы, поскольку они входят в хрестоматии психологической и физиологической науки. А за всем этим стоит еще большая такая вот базовая величина, это Алексей Алексеевич Ухтомский с его теорией функциональных органов, к которым мы, собственно говоря, его взгляды на функциональные органы, позже Анохин называл это функциональными системами, куда мы, естественно, относим и письмо, конкретное письмо человека. Но это так, это маленькое введение. Вот. А теперь, собственно говоря, о самом предмете. Предметом вот, нашего рассмотрения является почерк. И для почерка то определение, которое вот, мы используем для наших историко-почерковедческих студий, оно выглядит следующим образом. Это привычный способ действия пишущего при выполнении рукописи, который находит свое материальное выражение в письме рукописного документа. Вот я сразу же хотел сказать, подчеркнуть, что это вот такое специфическое понимание почерка, в котором фактически ничего нет отдельно там, ни о графике, ни о навыках,
Скажем, если бы мы взяли криминалистическое определение почерка, мы бы увидели, что там в основе лежит понятие навыка. А для нас, безусловно, почерк имеет навыковую природу, но это гораздо более сложная структура. Вот об этом я и попытаюсь рассказать. Потому что, когда мы имеем дело с историческим письмом, особенно с развитым историческим письмом, все становится гораздо сложнее. Итак, почерк – это привычный способ действия пишущего при выполнении рукописи, но который в этих рукописях находит свое материальное выражение. В основе почерка, такой единицы измерения, что ли, конечно, для нас лежит манера, которую можно определить как стабильная техника стилистическая или графико-технический вариант письма конкретного лица. И вот к манере мы можем уже применить определение, которое было разработано в свое время еще в советской криминалистике для всего почерка. Вот манеру мы можем понимать как основанное на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков и получающее отображение в рукописи итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации систему движения. Вот из таких манер как бы состоит почерк. Но навыки – это не только письменные навыки. Вот в манерах – это письменно-двигательные навыки. А в почерке – это еще и навык выбора манер для решения той или иной письменной задачи. Вот об этом я тоже чуть дальше расскажу. Что еще здесь важно говорить? Что когда мы говорим вот об этом зрительно-двигательном образе, который лежит в основе любой манеры письма, а у человека с развитой письменной культурой, и это прежде всего относится к профессионально пишущему, в историческом письме существовало по определению многоманерное письмо, полиманерное письмо, не одноманерное. Это очень важный момент. Мы сейчас живем в условиях одноманерного письма. У нас, как правило, одна манера. Но в историческом письме это не так. Это мы все хорошо с вами знаем. Так вот, в основе такой манеры лежит... В основе ее зрительно-двигательного образа лежит то, что мы можем назвать шрифтовой моделью. Идеальный графический образ письма, по сути, письма на уровне шрифта, который либо осознается пишущим полностью, либо частично им осознается, но всегда присутствует. Вот из этого образа берется, собственно говоря, та... На его основе формируется та двигательная программа, которая и реализуется в манере. Ну и здесь надо еще сказать, что когда вот в дальнейшем пойдет речь, мне надо разделить понятие почерка и понятие индивидуальное письмо. Это сугубо терминологическое разделение, оно нужно только для того, чтобы, поскольку почерк – это психофизиологическое явление, а под индивидуальным письмом мы понимаем просто всю совокупность письменных реализаций конкретного человека и каждую конкретную реализацию в отдельности. То есть индивидуальное письмо – это материальное выражение почерка, вот его фиксация в рукописи. Именно здесь почерк у нас проявляется как след. Итак, почерк имеет навыковую природу, и почерк – это всегда система манер. В историческом письме вот эта вот многоманерность – это ключевое. Я здесь даже привел пример, правда, пример из 17 века. Это рукопись, представляющая собой учебные материалы князя Рамадановского самого конца 17 века, 1676-1676-78 год. Уникальный документ, который сохранил в себе именно... Вот рукописи от процесса обучения письму вот, юного князя, где-то в районе 13-14 лет, до 14, естественно, в 14 он вступил в службу. И мы видим, что обучал его Степан Кирияков, писец и нотарий семьи Рамадановских. И вот мы видим здесь два примера. Они на близких листах друг к другу. Вот один, вот второй, это нижняя запись. Это одновременное обучение князя и книжному письму, вот мы видим его, и скорописи.
И эта традиция, безусловно, отражает древнерусскую традицию, но, во всяком случае, наверное, с XVI века, может быть, даже с конца XV. То есть обязательная выработка вот этого вот многоманерного, как минимум двухманерного письма. Вот манера – это базовый, как сказать, элемент почерка. Почерк для нас состоит из манер. При этом функциональная организация почерка, она, в общем, довольно простая. Это есть черновое письмо, есть ординарное письмо повседневное, в котором мы выделяем ординарное бытовое, ординарное профессиональное, и парадное письмо, и вот самостоятельной формы, которой является каллиграфия. Это такой, как сказать, идеальный состав, вот идеальная функциональная организация почерка. Вот по функционалу различаются формы манер или отдельные манеры. При этом сами манеры могут иметь, соответственно, варианты и формы реализации. Это могут быть функционально-качественные варианты. Тот случай, когда перед нами одна шрифтовая модель, но ее выражения отличаются просто качественно. То есть, как, например, в случае убыстренного письма, там, чернового письма или, наоборот, чистового. И есть стабильные технические формы реализации манеры у профессионально пишущих, формирующиеся под задачи соблюдения определенных типовых параметров рукописи. Вот это вот очень важный момент. Здесь я сразу же поясню, что на слайде. Вот слева мы видим лист из рукописи 1604 года, азбуки Фряжской Федора Басова, который для Строганова создал своего рода такой вот дизайн-проект, то есть подготовил большой сборник образцов всего, что связано с письмом. Как для решения задач книгописания, так и для решения там разных оформительских задач. Вот это в 604 году выполненная рукопись одним из лучших московских писцов того времени, Федором Басовым. Она для нас представляет колоссальный интерес. Мало того, что это первое каллиграфическое пособие, нам известное древнерусское, есть еще параллельные кусочки, которого хранятся в датском архиве. Я думаю, что это вообще был один комплект, но это сейчас мы не будем на этом останавливаться. Так вот, в этом пособии он привел, как сказать, состав своего почерка. То есть он представил разные манеры и их варианты своего письма и скорописного, и книжного. Причем сделал это специально, структурированно, и перед нами вот такой вот уникальный справочник. И в том числе есть прекрасный пример для ординарного книжного письма, то, что мы можем назвать ординарным книжным письмом. Вариант вот как раз такой вот, собственно говоря, представление вариантов одной манеры ординарного книжного письма, как сказать, реализуемой в зависимости от размера рукописи, от формата. Вот наверху это листовой формат, дальше у нас под, соответственно, четверку, и дальше для разных более мелких форматов и мелких записей. Здесь немножечко различается глифовый состав письма, но в целом это, безусловно, одна шрифтовая модель, по-разному исполненная. Почему он это так приводит, тоже понятно, потому что в условиях книжного письма, то есть письма широким пером по определению, под каждый формат надо по-разному затачивать перо. И вот это мы видим на примере современной каллиграфии. Это специально выполненные экспериментальные образцы. Лист, четверка, восьмерка. Это правая часть слайда. И перья, которые для этого использовались. Для выполнения вот этих образцов. Это выполнял один писец-каллиграф. И вот мы видим его работу. И видим необходимость каждый раз под каждый формат перезатачивать перья. То есть сам по себе формат уже по определению вызывал, приводил к формированию самостоятельного варианта манеры.
Это вот очень важный момент. Сегодня, когда мы не имеем связи между пишущим инструментом и форматом, не имеем мы этой связи уже очень давно, потому что для скорописи такой связи, в общем-то, ну, за исключением каких-то очень особых случаев, нет. Это связано с тем, что действительно ширину штриха регулировал, если мы пишем пером скорописным, узким пером, регулировал нажим, а в книжном письме это всегда поворот пера. Там нет нажима, значит, искусственно мы не можем расширить вот как бы зону пера. И, конечно, здесь все, начиная от инструмента до вот некоторых моделей графических вариантов, как бы формировало вот такие подварианты модели, что ли, если, в смысле манера, если так можно сказать. Это вот просто такой пример, который надо учитывать, когда мы говорим о том, что такое почерк в историческом письме, как это все структурируется. Ну, кстати, сразу же хочу оговориться, что, конечно, для нас есть вот это вот разделение на сами навыки, на психофизиологическую составляющую почерка, на социально-поведенческую и на его выражение. Выражается он в рукописях, которые для нас, в общем-то, это следы. Я сразу же здесь привожу определение следа, которое мы используем. Материально фиксированное изменение состояния технологических элементов рукописи и их составляющих, возникающие в результате деятельности по производству документа и его отдельных частей. След – это непосредственно наблюдаемые последствия деятельности. То есть они, по сути, есть материально фиксированная деятельность. И вот с этой точки зрения, собственно говоря, мы всю нашу работу устроим, всю ее следоведческую составляющую. След требует отдельного специального изучения, и поэтому в любом почерковедческом исследовании следоведческая компонента огромная, мы об этом еще поговорим. А вот вроде бы мы, как сказать, сказали о функциональной структуре почерка. Но на самом деле его система непонятна, если мы каждую манеру не привяжем к письменному пространству вот той письменной культуры, в которой письмо реализуется. И вот на мой взгляд, возможность, скажем так, включить ее вот в это письменное пространство происходит только тогда, когда мы каждую манеру рассматриваем с точки зрения вот этих вот четырех базовых категорий, которые позволяют ее описывать. Это нормативность письма, это области сферы использования письма, к которой относится данное письмо, это регистр письма и это стиль письма. И вот эта вот единая система, манера, стиль, регистр лежит в основе, собственно говоря, формирования почерка. Потому что именно через нее мы понимаем такую важную составляющую, как письменное поведение писца, навыки которого в конечном счете и формируют почерк. Это не просто навыки письма, это навыки письменного поведения. Ну вот что такое, собственно говоря, нормативность? То есть нормативность, любое письмо нам все равно, как сказать, приходится разделять на нормативное письмо и обычное письмо. Нормативное письмо – это письмо, которое предполагает выраженную установку пишущего на соблюдение в письме определенных графических моделей и технических принципов и требований, как сказать, которые вот эту норму определяют. Нормативное письмо – это, конечно же, составляющая письма профессионального. И нормативность письма реально соблюсти может, конечно, по сути, прежде всего, профессионально пишущий. Но это не обязательно. Вот нормативность письма, то есть одна из важнейших составляющих при оценке манеры, это, конечно, попытка понять, насколько вот то, с чем мы имеем дело, действительно отражает попытку соблюдения
вот неких, если так можно выразиться, норм и правил. Нормативному письму противостоит обычное письмо, то есть письмо, которое возникает в результате установки пишущего на задачи записи, то есть просто на фиксацию и передачу информации. Вот обычное письмо, оно свободно от установки на соблюдение какой-либо шрифтовой нормы. Хотя оно может быть там пишущим нормализовано. Вот первый такой вот критерий оценки любой манеры – это вот нормативность. При этом, конечно, нам необходимо определиться, к какой сфере использование письма относится, грубо говоря, тот документ, с которым мы имеем дело. То есть относится он к области профессионального письма или к области бытового письма. А это вообще не вопрос графики, это именно вопрос, как сказать, функционирования. Вот, скажем, тиражирование рукописи – это по определению область профессионального письма. То есть это решение некой профессиональной задачи. Хотя выполнена она при этом может быть и обиходным письмом. В смысле, и письмом ненормативным, извините. Если человек просто таковым не обладает. Но вот эта вот функция документа, она при учете вот в целом письменного поведения, она необходима. То есть как к области все-таки относится то, с чем мы имеем дело. К области профессионального письма или к области обиходного письма. Ну, здесь, может быть, и не нужно дальше особо говорить, а вот важнее еще такое явление, как регистр письма. А графико-функциональный регистр письма, то есть стабильные типовые зависимости между функцией текста и графической спецификой его выполнения, вот характерные для той или иной письменной культуры, той или иной эпохи. Регистры письма существует, во всяком случае, для древнерусской письменности с самого ее начала. Вот классический пример – это пример из Астромирова Евангелия. Мы видим, что один писец использует, то есть буквально на одном листе перед нами два регистра. Регистр – основное литургическое письмо и колофонный регистр. То есть а письмо для выполнения колофонов. То же самое мы будем видеть, например, у Гурия Тушина, у которого очень четко отделялись, опять же, вот основное книжное письмо и колофонный регистр. А то же самое нам предлагает и выше названный уже вот упомянутый Федор Басов в своей азбуке, где он показывает наличие у него только в рамках одного книжного письма, как литургического письма, ну, условно называемого литургическим, ординарного книжного письма, причем в трех формах, как сказать, построенных под как минимум три формата письма. И, наконец, если так можно выразиться, беглого книжного письма. Это внизу. И при том, что у него есть отдельная скоропись и примеры скорописи. Этому посвящено там очень много места в этой. То есть они, древнерусские писцы, и сами осознавали эти регистры. Вообще регистровая природа письма – это объяснение многоманерности. Разные манеры возникали у разных писцов в силу необходимости соблюдения регистров. Регистров письма. Регистр письма, это, кстати, по аналогии с регистром языка, это не что-то жесткое. Одни писцы соблюдали большее количество регистров, точнее, имели более сложную регистровую структуру своего индивидуального письма. Другие – меньшую. Естественно, были случаи монорегистровости, когда, как правило, связанные с слабым овладением письменно-двигательными навыками, когда человек, в принципе, не мог реализовывать несколько регистров. Но понимание вот этой вот регистровой природы исторического письма, оно для понимания феномена почерка является ключевым. Теперь нужно несколько слов сказать о стиле письма.
Опять же, что мы вот в нашей работе понимаем под стилем письма? Я просто рассказываю о только той методологии, на которую мы опираемся, которую мы используем, и вот, как сказать, ну, которая, возможно, в чем-то пригодится нашим коллегам. Стиль письма – это сугубо графическое явление, поэтому можно говорить о графическом стиле письма. Вот когда мы относим к одному стилю письма почерковой реализации разных лиц, мы имеем в виду то, что вот те манеры, с которыми мы имеем дело у разных лиц, представляют собой либо единую, либо близкую шрифтовую модель. А вот когда разные писцы, как сказать, продукция разных писцов имеет в своей основе одну или близкие шрифтовые модели, тогда мы можем говорить об одном стиле письма. Повторяю, вся терминология, о которой я говорю, это наша рабочая внутренняя терминология. Я ни в коем случае не хочу сказать, что, как сказать, не обсуждая ее связь с палеографической терминологией. Это был бы отдельный совершенно разговор. Вот, потому что многие понятия оказываются, как сказать, существующими и в палеографии, но совершенно не хочу утверждать, что мы используем одни и те же, и не хочу навязывать палеографии свои. Вот здесь приведен пример того, собственно говоря, как может выявляться шрифтовая модель и что это такое, и зачем нам это нужно, кроме того, что она нужна для понимания стиля письма. Ну, когда речь идет о книжном письме, уставе, полууставе, здесь можно применять полиграммный метод. Это наиболее удобный метод выделения реконструкции, точнее, шрифтовой модели. Здесь пример нашего программного обеспечения, где на базе измерения ширины пера строится модульная таблица, а без нее невозможно дальше будет построить полиграммы. Вот есть некая рукопись, вот есть расчет ширины пера выявления, и вот построение модуля, где у квадратика сторона равна ширине пера, используемую песцом. А после этого идет автоматическое выделение каких-то букв, например, там, допустим, буква С, они суммируются. А дальше начинается, как сказать, вот уже построение полиграммы, когда здесь тоже примеры нескольких рукописей, когда на базе модульной сетки, модуль я уже сказал, как мы рассчитываем, сопоставляются такие усредненные варианты разных букв, имеющих схожую конструкцию, и мы пытаемся вычислить, как сказать, понять закономерности построения, то есть логику построения некоего шрифта, который лежал в основе того, что человек пытался выразить. Почему это важно? Кроме того, что это нам позволяет, как сказать, разделять почерковую продукцию по стилю, относить какие-то рукописи к одному стилю. Как в свое время говорил еще создатель русского почерковедения Евгений Федорович Буринский, еще в 1903 году он написал, что всегда существует, как сказать, разрыв между тем, что человек хотел нарисовать и написать, и тем, что у него получается, как он может это сделать. Вот в этом разрыве и существует ключ к идентификации. Потому что то, что у нас получается с моделью, то, как на базе модели формируется наш навык, это и есть то наше уникальное, по сути, вот эти вот отклонения от модели, которые характеризуют, позволяют нас определять, идентифицировать по письму. Вот здесь есть очень показательный пример. Это письменные знаки, как сказать, выделенные из рукописей двух современных каллиграфов, учившихся на базе одной каллиграфической школы.
и, соответственно, исполняющие профессионально, умело, несущие в себе. Вот одну модель, она здесь представлена. Это та модель, которая была моделью их обучения. Шрифтовая модель может быть как моделью обучения, так может быть сама сконструирована каллиграфом. Она может быть им взята у кого-то в качестве того, на что он ориентируется. Это не важно. И вот мы видим результат. И мы видим, что на самом деле индивидуализирующим вот в рамках в данной ситуации для исполнения этих знаков вот разными песцами, их здесь два, являются буквально вот эти вот небольшие моменты. Моменты техники исполнения, например, вот соответственно второго элемента в букве. В одном случае внизу перо уходит как бы на вторую засечку, а в первом случае этого нет. Это просто один из примеров. Вот когда мы говорим о модели, мы к этому еще потом вернемся, мы имеем дело с тем, что писец может осознать и может повторить. Таким образом, она не будет индивидуализирующей. Поэтому общая графика письма никогда для профессионального письма индивидуализирующей быть не может. А вот сложившиеся техники исполнения, вот это действительно то, что может нас привести к индивидуальности. Но это такое маленькое замечание. На самом деле модели, осознание моделей у песцов, вот у древнерусских, было не только в книжном письме. Оно было и в скорописи, просто там для выделения модели уже нельзя применять полиграммный метод. Я приведу пример из того же Федора Басова. Вот другая часть его азбуки, где он приводит свои скорописные варианты. И вот мы видим, как, создавая азбуку, он правит некоторые из начертаний, которые только что выполнил, под его представление о правильном и красивом. То есть даже в скорописи, казалось бы, это свободное письмо, на самом деле оно не свободное. У него существует вот тот самый образ. Вот эта вот шрифтовая модель, образ правильного, красивого, там, логичного. Мы сейчас не будем говорить о том, как это лучше определить. Образ был всегда. Вот этот образ существует и у нас, только у нас это обычно образец обучения, прописи, по которым мы учились. И вот, соответственно, пока мы образ не выделили, пока мы его параметры не поняли, об идентификации говорить не придется. И в основе каждой манеры лежит этот образ, а когда мы говорим о стиле, это принадлежность разных манер к одному, соответственно, вот к одной шрифтовой модели. Это то, что касается понятие стиля. Я сокращаю, потому что, конечно, времени немного, уже осталось 15 минут, а сказать еще надо о многом, поэтому, конечно, все это очень так галопом по Европам. Но вот из этих, так сказать, составляющих, из этих параметров описания каждой манеры мы получаем некую привязку индивидуального письма к письменной культуре. Это тоже входит в структуру и состав почерка. Но здесь можно сказать, что вроде бы как бы надо бы говорить еще о категории типа письма, но я могу сказать только одно, что применительно к письму историческому, к письму древнерусскому, тип – это очень широкая вещь, которая определяется прежде всего техникой письма. Не графикой, а техникой. Ну, кстати, это понимали и древнерусские писцы. Вот внизу приведена цитата из сборника Ионы Соловецкого. Это одно из первых свидетельств, вот, как сказать, автоописания письма, пишущим, где он совершенно четко определяет, например, вот эту ключевую разницу пера при письме книжном и письме скорописном. Вот пример из Федора Басова. Вот слева перед нами это то, что он сам отнес к книжному письму. Это исполнено широким пером и техникой вращения пера при письме. И его же скоропись, вот хорошо видно, насколько многие, скажем так, графические формы совпадают, его же скоропись, которая отличается прежде всего тем, что она уже исполнена узким пером, и в ней уже есть элементы нажима.
там уже нет поворота. Ну, там присутствуют еще небольшие повороты, но потом они уйдут. Вот это вот пример, который поясняет, почему, когда мы говорим о типе пера, а в смысле о типе письма, для нас ключевым является техника. Двигательная техника, техника заточки пишущего прибора. Вот, кстати, пример двух разных заточек для книжного письма. Уже современная реконструкция современными каллиграфами. И для скорописи. Наверху книжное письмо. И вот, соответственно, широкий калям заточен. Внизу скоропись, и вот узкое птичье перо. Ну и две техники вот, исполнения элементов последовательно. Одного элемента, точнее. Для двух образцов. Вот это вот такое, как сказать, общее описание именно почерка как системы. Собственно говоря, все, что я сказал, лишь пояснение к тому, почему, когда мы говорим о почерке, мы говорим о том, что мы видим в нем именно привычный образ действия в решении письменных задач. А вот в манере мы видим психофизиологический комплекс навыков письменно-двигательных. Почерк состоит из манер. Манеры выбираются в зависимости от решения регистровых задач, в зависимости от того, как сказать, к какой функциональной области относится письмо. И вот все это, как сказать, вся эта, через это письменная культура формирует почерк. Все это требуется учитывать в системе почерка. Теперь нужно несколько слов сказать о навыке. Вот если манера, стиль, регистр, вот эта вот единая система позволяет нам, в принципе, понять, как сказать, именно почерк как систему манер и позволяет описать манеру, любую манеру, вот, то уже к навыковой природе почерка мы подходим немножко с других позиций. Здесь в основе наших взглядов, в том числе и на идентификацию, лежит теория уровневого построения движений Берштейна. Я очень кратко о ней скажу. Она основана на том, что любое действие наше строится на наличии у нас некой программы, того же самого образа, модели. И в процессе реализации этой программы, как сказать, реакции, сигналов от рецепторов разных, там это глаза, руки, неважно, которые поступают в центральную нервную систему, через центральную нервную систему, в головной мозг, по реакции которых производится коррекция, то, что Берштейн называл обратной ориентацией, подстройка того, что должно быть, точнее, подстройка нашей реализации под то, что должно быть. То есть выполнение вот этой программы в конкретных письменных условиях. И эти сигналы, они поступают на разные уровни. И на разных уровнях обеспечивается координация тех механизмов, в данном случае механизмов письма, механизмов движения, которые необходимы для его реализации. Эти уровни буквально являются реальностью такой вот физической, стратиграфии нервной системы, коры головного мозга, подкорки, а в определенном случае и вообще спинного мозга. То есть они распределены именно вот топографически. Это не образ, это реальные уровни. А уровни, на которых происходит координация разных составляющих движения. Берштейн выделял 5 таких уровней. Уровень А. Он отвечает за тонус мышц. Он самый древний, он самый глубокий. Он, в принципе, участвует во всех движениях, но движения, реализуемые только на этом уровне, за исключением там некоторых движений скрипача, они фактически отсутствуют. Уровень Б – это уровень синергии. На нем преобладают сигналы от мышечно-суставных рецепторов, которые сообщают о взаимном положении движения относительно друг друга частей тела. То есть это уровень пространства тела. Он тоже входит в большинство движений. Естественно, он входит и в письменные движения. Вот на этом уровне могут реализовываться и самостоятельные движения. Например, там движения вольной гимнастики, мимика, там, подтягивания. Уровень С.
Вот на него поступает информация о внешнем пространстве. Это уровень, который отвечает за реализацию вот формы, точности положения, длины. На нем там могут строиться такие движения, как там велосипедные. Да? Ну, неважно, сейчас мы не будем даже об этом. Уровень D – это уровень уже предметных действий. Вот он относится уже к коре головного мозга. Он заведует организацией действий с предметами. Вот на нем, например, строится движение хирурга, фехтовальщика. Вот это этот уровень. И, наконец, уровень E – это уровень интеллектуальных двигательных актов, где основной смысл движения – это вот реализация некого вот такого интеллектуального действия. На этом уровне, там, я не знаю, осуществляется, например, исполнение азбуки Морзе. Вот, такие вещи. Организация сложных движений, конечно, как и письмо, всегда состоит из нескольких уровней. В сознании представлен только ведущий уровень, то есть наиболее на котором все движение как бы собирается в целое. И при этом одно и то же, как сказать, движение может строиться на разных ведущих уровнях. Какой будет уровень, определяется смыслом движения. Для нас это будет очень важно, потому что разные манеры одного человека могут иметь разный ведущий уровень. Например, если смыслом движения является запись, нам нужно зафиксировать письменный текст, то это будет уровень Е. Только эта целостная задача будет осознаваться, все остальное будет автоматизироваться. Что это значит и почему это важно? Потому что когда уровень перестает быть ведущим, когда движение формируется, каждый уровень сначала является ведущим, на нем как бы оно выстраивается. Но когда достигнуты оптимальные координации, эта часть движения как бы уходит вниз. Сознание уходит из него. Происходит автоматизация. Она уже не контролируется. А контролирует верхний ведущий уровень. И если мы, скажем, видим смысл движения в записи текста, то перед нами уровень Е. Когда все исполнение текста или большие его блоки, они автоматизированы. А вот если перед нами задачей является смыслом графическое исполнение самого письма, например, работа каллиграфа, то ведущим будет уровень Е. И это резко изменит картину. Координация, они станут меньшими. Ой, не координация, извините, автоматизм. А что-либо идентифицировать мы можем только на основании автоматизмов, потому что то, что управляется сознанием, может быть повторено. И поэтому профессиональный писец, каллиграф профессиональный, может исполнять самые сложные графические модели, очень точно их повторяя, причем легко, не копируя, не рисуя. Именно потому, что он работает на уровне Е. Вот понимание различия этих уровней, понимание, что в движении, за что отвечает, и позволяет нам выделить необходимый автоматизм. А вообще все это понятно только с точки зрения вот, структуры деятельности, теории деятельности по Леонтьеву, который разделял любую деятельность на деятельность, действие и операцию. Деятельность регулируется потребностью. В основе ее лежит мотив некий. Например, потребность в творческой самореализации. Вот когда эта деятельность художника, вот он реализуется через свое действие. Например, каллиграф – это тот, для кого письмо – деятельность. То есть это его реализация. Любая деятельность реализуется в действии. Действие определяется целью. Скажем, у профессионального писца потребностью, мотивом может быть заработок денег или выполнение монастырского послушания. В этой ситуации письмо для него – это действие, это цель для реализации некой большей деятельности.
И, наконец, любое действие, оно реализуется с помощью операции. Операция – просто конкретная задача. Операция – это автоматизированный или полуавтоматизированный комплекс. Так вот, у каллиграфа письмо – это деятельность. Она реализуется на уровне D, и сознание, как сказать, туда погружено. А для человека, просто что-то записывающего, это просто операция. И, соответственно, это всего лишь полуавтоматизированное решение определенной задачи. То есть мотивы и цели деятельности пишущего определяют смысл письма, как реализации письменно-двигательных навыков. А единство почерка на физиологическом уровне – это единство координации. Вот об этом я сейчас еще тоже скажу. Почему мы можем говорить, что, вот, например, у человека есть книжное письмо, есть скоропись, причем еще скоропись черновая. То есть, казалось бы, огромный разрыв. Профессиональное книжное письмо, да еще если это каллиграф, то есть уровень Е, причем с очень малыми автоматизмами, то есть точнее малыми автоматизированными дискретами. Автоматизм много, но они мелкие. И легкая запись, которая почти вся является блоком автоматизма. А почему мы все-таки можем потенциально говорить об идентификации? Потому что движение многоуровневое. И на каждом из уровней вырабатываются свои координации. А координации каждого уровня. Эти координации у человека по мере выработки навыков накапливаются в своего рода библиотеке, вот по аналогии с программными библиотеками. Они, когда строится новое движение, осваивается новый навык даже, они как бы достаются, как уже готовые, они автоматизированы. Таким образом, существует и огромный запас у профессионально обучившегося человека межманерных координаций. Например, я приведу такой пример. Часть координаций, например, вообще необходимых для езды на велосипеде, такие же, например, уровня А, Б и даже С, как и для фигурного катания. Казалось бы, вот мы выучились фигурному катанию, ну, и учимся совершенно новому навыку – езде на велосипеде. Но на уровне вот, построения движения он для нас не совсем новый. В нем есть запас вот, тех библиотек. То же самое в письме. Между разными манерами, даже глубоко различающимися, построенными на разных моделях и даже разных типов, то есть с разной техникой, существуют межманерные координационные связи. Именно поэтому мы не можем свести почерк какой-то одной манере и сказать, ну, у человека просто много почерков. Вот он пишет почерком скорописным, вот он пишет почерком книжным. Нет, это не так. Почерк – это всегда стратегия поведения, единая психофизиологическая система письменного поведения. А вот их уже связывают как социальная составляющая, то есть привычная стратегия так или иначе решать письменные задачи. Вот, например, я колофон буду писать колофонным регистром. Регистры – это и есть тоже отражение этих задач. Основной текст буду писать так. И, конечно, это физиологическая составляющая, то, что все равно мы можем найти уровень межманерных связей. Теперь я хочу вернуться вот к той истории с моделями и, соответственно, с тем, почему то, о чем я говорю, мне кажется, до некоторой степени важным. Перед нами письмо двух профессиональных современных пишущих, двух каллиграфов, свободно владеющих навыками того, что мы бы назвали полууставом. Вот они друг за другом выполняли некий текст. Я вырезал кусочки из текста, текста было много. Мы прекрасно видим, причем первым начал выполнять текст глава школы каллиграфической, выбрав для этого некую свою модель графическую, а дальше его сотрудники просто продолжали этот текст. Граница между письмом двух людей вот у меня покрашена синей стрелой. Ну, в смысле, мы прекрасно видим на уровне графики различия минимальны. Они это делают на уровне Е. Они легко комбинируют. Ну, конечно, это профессионалы. Это профессиональные пишущие. Комбинируют под задачу свои автоматизмы. Но если мы посмотрим в правую часть, автоматизмы уровня Б, то есть уровня вот этих координаций внутри тела, пространства тела,
они находятся уже даже не в корке, а в подкорковом, как сказать, в подкорковой зоне. Они неуправляемы, и они нам дают различия. Вот это вот пример того, к сожалению, в палеографии мы сталкиваемся с прям противоположным. Вот он пишет букву так, вот он пишет сяк, вот посмотрите, мы пытаемся зацепиться за графику. Графика может нам дать только атрибуцию. Когда, да, из там 3-4 рукописей мы знаем, что вот там, ну, грубо говоря, там одна выполнена каким-то другим человеком, мы вдруг видим неожиданно, ну, резко отличающуюся графику. Это не идентификация, это атрибуция по, как сказать, статистической ситуации. А вот идентификация, она строится только на психофизиологии. Ну, во всяком случае, в нашем понимании. И для этого есть основания. Здесь надо найти доказательно автоматизмы, отделить их от модели и показать, как эти автоматизмы, соответственно, работают. Ну и в конце несколько слов про следовическую составляющую. Я буду говорить очень быстро, потому что время мое уже для выступления истекло. Конечно, чтобы делать то, о чем я сейчас говорил, необходима соответствующая предподготовка, необходима система наблюдения письма, выработанная с помощью в том числе и специальных методов. Для исторического письма для нас огромную роль играет инфракрасная съемка. Она позволяет видеть структуру штриха, например. Вот здесь просто, ну там приведены примеры оборудования. Вот, как сказать, методы и принципы с помощью инфракрасной области спектра исследования в ней, реконструкции процесса написание. Это макросъемка с применением инфракрасной съемки. Инфракрасная съемка необходима и для того, чтобы разделять периоды текста, например. Потому что, об этом я еще совсем чуть-чуть скажу дальше, пишущий в условиях, например, средневекового книжного письма имел совершенно другую модель обращения к тексту и работы с ним, чем мы имеем сейчас. Он должен был концентрировать визуальное внимание на тексте каждый раз, пока не заправлял перо. Заправки пера мы можем увидеть при той же инфракрасной съемке. Вот мы видим зоны, где произошла заправка пера. И мы видим те блоки, которые выполнены на одном заправленном пере. Тем самым мы видим вот те дискреты, зачастую они даже прерываются посредине одного письменного знака, которые исполнялись вот в одной группе. Потом человек мог перенести свой взгляд, в том числе на антиграф, просто повернуться к антиграфу, он не мог не остановить письмо. Потому что автоматизация письма книжного построена на том, что контроль зрения, а это специально исследуется, необходим за исполнением буквально каждого элемента. Ну, кстати, здесь еще пример того, как мы выделяем большие дискреты, когда происходила смена чернильниц. Но это так, это тоже пример. Для того, чтобы прочесть то, что мы видим вот с помощью специализированной съемки, например, инфракрасной, мы тоже используем совершенно отдельное направление. Это экспериментальное исследование письма. Это исследование письма, когда экспериментальные варианты письма выполняются профессиональными каллиграфами, а на основании тех двигательных моделей, графических моделей, которые мы извлекли из рукописи, они формируют навык, а дальше мы контролируем реализацию этого навыка, например, с помощью айтрекинга, то есть контроля движения глаз при письме. Вот здесь два варианта аппаратов айтрекинга, которые мы применяем. А вот пример экспериментальных записей одного человека, то есть там, соответственно, вот контроль внимания, так называемые тепловые карты внимания, их различия там для книжного письма и для скорописи. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. А вот контроль внимания и количество фиксации зрения, фиксации зрачка при исполнении разных частей одного элемента. Вот пишущий, это контролируется с помощью видеосъемки, как движется перо. Вот исполняется последний элемент в букве Т. Вот он исполняется в три движения. И одновременно контролируется, как работают глаза, как осуществляется фиксация. Повторяю, речь идет о людях, которые обладают выработанными навыками исторического письма.
Поэтому отсюда мы и узнаем, как строилось внимание. Почему это важно? Я сейчас не буду говорить об очень теоретических вещах и о том, как мы пытаемся понять, как с появлением новых навыков, например, скорописи, вообще поменялось сознание. Я сейчас не говорю о психофизиологии сознания, хотя и психофизиологии мышления в связи с изменением, например, типов письма, хотя это наша базовая задача, а как раз не идентификационная. Но важно и другое. Мы видим, что структура внимания совершенно не имеет ничего общего с нашим письмом. А это имеет прямое уже значение отношения к текстологии. Да, конечно, еще идущее от Дэна представление об ошибках записи, ошибках запоминания, ошибках прочтения остаются. Но сам механизм этого запоминания при письме, например, историческими типами письма, другой. Дискретизация текста другая. И для нашего понимания процесса переписки это будет иметь кардинальную роль. Вот, кстати, построены инграммы внимания для устава и для древнерусской скорописи. А вот наша современная скоропись курсив. Это просто пример. Это день и ночь. Это огромные рывки, которые позволяют нам сказать, что когда, например, была освоена скоропись в русском письме, произошел колоссальный психофизиологический рывок. Произошло то, что мы вслед за Мошиным опять должны называть революцией скорописи. Это была психофизиологическая революция. Но это ладно, это другой разговор. И параллельно, конечно, чтобы завершить, это связано и с процессами контроля работы коры головного мозга. Вот здесь вы просто видите процесс исследования письма, как сказать, и с процессом контроля работы коры головного мозга. Ну вот здесь сами выполненные тестовые образцы, вот поведение, там, собственно говоря, мозга при исполнении разных типов письма. Ну на этом я уже останавливаться не могу, мое время истекло, поэтому я вот на этом заканчиваю. Я рассказал о основных направлениях нашей работы и подходах. Ну, не знаю, насколько это может помочь вашим исследованиям. Вот. Это большое, уже. Большое спасибо Денису, потому что мне кажется, что нам открыл, ну, как сказать, другой подход к этому. И это нам, мне кажется, помогает подумать. По крайней мере. А сейчас открою дискуссию, кто из вас хочет или поставить вопросы, или дополнение, или комментарий, пожалуйста. Пожалуйста, Анна Михайловна. Спасибо большое, Марк. Денис Олегович, огромное вам спасибо, сердечная признательность за тот материал, который вы сегодня изложили. Просто чудесно, во многом близко. Первый вопрос такой скорее формальный. Скажите, пожалуйста, вот этот хронологический промежуток, который вы исследуете с 15 по 18 век, с чем связаны именно такие границы? Это формальные требования гранта, предположим, или это мотивированные другим образом? Да, это другим образом, потому что, конечно, ни на какой один грант это не сделаешь. Здесь запахано большое количество институтов и дорогое оборудование. Вот, это разнообразные целевые финансовые вливания, поэтому нет, гранты здесь ни при чем. Они нам позволяют решать только локальные задачки. А ситуация следующая. Дело в том, что вот я начал с того, что для нас ключевым является история человека в его навыках и привычках. Потому что это во многом и есть история поведения и мышления. Я вот опять же начал с культурно-исторической школы. Здесь этот бэкграунд в нас очень жесток. В том смысле, что решение задач мы, конечно, во многом опираемся вот на эту теорию. Дело в том, что нашей рабочей, как сказать, гипотезой, возникшей из комплексного исследования навыков, связанных с книжным производством, является то, что в период с 15 по начало 17 века, скорее вот даже ближе середина 16-го, начало 17-го, произошла колоссальная навыковая революция, которая и дала человека нового времени у нас.
Я поясню это вот на каком примере. Мне приходилось писать о том, что к концу XVI века мы встречаем такое понятие метное письмо. Письмо заметок, записей. Мало этого, в XVII веке, в первой четверти, мы видим даже в учебных материалах, ну, в смысле, в учебных пособиях, в указание на то, что детей надо учить показывать им, как что пишется уставом, скорописью и метным письмом. То есть люди XVII века выделяют его. Это письмо, ну, скорее всего, оно возникает только на базе скорописи. Это курсивизация скорописи. Мы видим эти примеры сколько угодно, в записях все. А вот это был первый вопрос, потому что стало ясно, а что произошло с этим письмом? Почему понадобилось создать значение, а через значение вот, семантическое пространство, которое оно стало образовывать, стало определять и видение мира. Ну, здесь я, в общем, говорю с позиции психосемантики, которая у нас представлена при работе Петренко, ну, тоже восходит к Леонтьеву. Так вот, меняются значения, некий навык поменял значение. Что произошло? Сначала возникает использование узкого пера. Узкое перо, заточенное меньше, чем 0,1 мм, позволяет совершать возвратные движения. Широкое перо возвратных движений не дает. Меняется техника письма, которая определяет не только скорость, но и свободу этого письма. Возникает возможность рабочей записи с зачеркиванием и изменением. Не технической, скажем так, записи на восковой табличке, когда мы отмечаем, мы купили столько-то бочек чего-то. Это фиксация. А именно что происходит? Начинают первые шаги идти к созданию письменной речи. Человек начинает думать на бумагу, он может зачеркнуть, изменить, убрать. Это колоссальная навыковая революция. Сознание меняется от навыка. Я ничего нового не говорю, это, в общем-то, Леонтьев в чистом виде. Денис Олегович, а вот позвольте ворваться в ваш комментарий немедленно, не терпится. А почему вы думаете, что до этого не было так называемых метных записей? Почему люди не думали на бумаге? Существовало, естественно, то, что вы называете ненормированным, да, обычным письмом, хотя там... Ненормативным, да, простите. Оно, на мой взгляд, оно нормативно, просто вариации и варианты нормы гораздо шире, чем, естественно, при книжном письме, при профессиональном письме. Но так называемое бытовое письмо – это не всегда, да, копирование образца. И очень часто это возможность как раз изложить свои мысли. И здесь позвольте апеллировать к Алексею Алексеевичу Леонтьеву и к письму не просто как к виду деятельности, а как к одному из четырех видов речевой деятельности. И здесь, да, мы обращаемся уже к мотивации и к цели немножечко более сложной, чем просто автоматическое воспроизведение графем. И можем сконцентрироваться на этих узлах в процессе речевой деятельности, которые связаны с принятием решения. И далеко не всегда, да, и в том числе и у профессиональных книжников, да и у нас сейчас тоже, вот эти узлы, связанные с принятием решений и с выбором, ну, наверное, в вашей терминологии это будет с переходом от одной манеры к другой, да, понятно, что полиографическая терминология и ваша терминология, да, где-то перекрываются, где-то наслаиваются, где-то дублируются, вызывают там анемию, да, поэтому не пользуюсь термином, а объясняю явление. И вот эти узлы принятия решений в своей вариативности не такой широкой для каждого индивидуума, который эту речевую деятельность, письмо реализует, они тоже будут характерны, да, и не только на уровне, скажем, графическом, но и графико-орфографическом. Конечно. Я это специально опустил, хотя вообще проблема, скажем, бытового письма и письма нормативного – это проблема, которая, в принципе, так или иначе существовала в творчестве Залезняка. И вот две графико-орфографические системы, просто поскольку времени было очень мало, мне пришлось, ну, в смысле, это отдельная тема, я просто вообще убрал этот разговор о вот том,
что стоит за терминами, поэтому я ни с чем не спорю. Кстати, сразу же дам пояснение, что касается полиграфической терминологии. Моя терминология в части манеры и даже немножечко в части модели – это то, что, аналог чего мы можем найти у Желесена, прежде всего. Но другой разговор, что Желесен не мог предложить механизмы реального выделения модели, то есть он ничего не говорил, он не опирался на опыт каллиграфии, то есть не говорил о построении шрифта и, соответственно, о полиграфном методе. Ну, это ладно, это сейчас я опущу. А вот, а что касается, кстати, нормативности и ненормативности письма. Нормативность – это не попытка скопировать, это, главное, осознание, понимание пишущим, да, как выглядит модель. Вот мы сейчас с вами, если нас посадить, мы будем в любой ситуации пользоваться ненормативным письмом, потому что мы с вами не объясним логику модели школьной прописи. Мы ее забыли, нам показывали. У нас есть те модели перед глазами, кодифицирующие образцы не только в виде этих самых прописей, но и в виде определенных идеальных моделей, и они тоже ситуативны. Мы с вами напишем записку, там родным клеим ее на холодильник, другим почерком напишем заявление о желании уйти в отпуск, например, директору нашей организации. Регистры у нас сохраняются, письмо по-прежнему регистровое. А вот современный устав, так называемые печатные буквы. Когда мы просим заполнить этот бланк печатными буквами, мы подражаем модели печатного текста, то есть фактически вторично воспроизводим, идет у нас такой обратный. Здесь одна тонкость. Дело в том, что когда я все-таки ни в коем случае не отрицаю навыковую природу почерка, а беда в том, что в большинстве случаев, когда мы пишем печатным письмом, мы не пишем письмо для нас, но я имею в виду для наших исследований, это выполнение текста с помощью специально адаптированных для автоматизированных под задачи письма движений. Поэтому, а вот печатный текст мы скорее рисуем, у нас не выработано утеряно, мы с вами не имеем навыка именно письма. Я специально здесь убрал определение письма, потому что это потребовало бы еще более долгое. А что возвращаясь, сейчас я хочу вернуться к этой истории с XVI веком и к метному письму. Я, естественно, ни на минуту не спорю с тем, что вы сказали. Просто я имел в виду немножко другое. Я имел в виду не факт заметок и помет. Пометы на рукописях нам известны сначала, собственно говоря, русская письменность. Экзотексты. Южнославянская и тем раньше. Конечно. Экзотексты сопровождают основной текст, видимо, с того момента, как появился основной текст. Я имею в виду немножко другое явление, которое пришло только со скорописью и только когда в ней началась курсивизация. Это похоже, повторяю, это ведь все гипотеза, которая проверяется, это не утверждение. Я просто даю ответ на вопрос, почему нас заинтересовал определенный период как основной. Это момент, когда немножко меняются функции памяти. Не нужно, например, составляя текст документа, его сначала проговорить, потом исполнять, даже если ты нашел ошибки, то исправить. Или же, когда ты берешь, скажем, у тебя есть Евангелие, но ты что-то важное хочешь для себя оставить, ты пишешь заметку, и это было изначально экзотекст. А я говорю о письме рабочих черновиков. Когда начинается... Вы говорите про первичные тексты. Да. Да, когда начинается... Вот это когда рождается. Вот здесь, похоже, начинает рождаться... Подождите, а весь пласт берестяных грамот? А много там черновых записей? Вот это очень интересный момент. А есть в берестяной грамоте хоть одна черновая запись? Конечно. Учебные есть, а черновые где? Черновые? Черновики всевозможных завещаний писались на бересте, а потом копировались на пергамент, например. А это черновик? Или же это подготовительный текст, по которому потом писец-профессионал выполнит. Мы не очень знаем. В чем разница? В том, что если человек, скажем так, сидит, проговаривает в голове свое завещание, чтобы составить некий исходный образец, по которому другой профессионал перепишет, а потом это выцарапывает, это не черновой текст в смысле того, что имейте в виду, это не спонтанная речь о порождении, интервал по времени между переходом от мысли образа к графемам, отсюда, к
упрощен. Да, это, конечно, надо исследовать, да, и я недаром спросила про этот промежуток временной, который вы назвали. Дело в том, что меня интересует как раз немножко более раннее время, но к сходным выводам прихожу. Ну да, конечно, оборудования у меня в распоряжении такого великолепного, как у вас, нет. Пожалуйста, мы готовы всегда совместить исследования, это вообще не проблема. Замечательно, обязательно обращусь и воспользуюсь вашим предложением. Но трассологический анализ даже при помощи исследования цифровых образов, да, сегодняшних копий при должном увеличении и так далее, дает совершенно неожиданные результаты, да, и для атрибуции, и для идентификации. Конечно. Я специально вообще здесь опустил трассологию, мы ее проскочили. Вот, хотя я прекрасно понимаю, что хотя бы даже вот та обработка цифровая, которая сейчас была у Гиппиуса и Михеева в связи с записями про Андрея, можно, как сказать, можно обсуждать, я как имеющий некоторое отношение к обработке изображений, там тоже могу много по поводу чего поговорить, но дело не в этом. Сам факт этого показывает, что, конечно же, это сегодня должно стать просто, ну, как сказать, обычным инструментом исследователя, во всяком случае, в тех же берестяных грамотах или же в граффити, это безусловно, то есть это не вопрос. Вот. Но с этим даже, ну, смешно спорить. Да, конечно, трассологическое исследование сегодня должно быть обязательно вообще для любого исследования письма, для исследования рукописи, то, что я и показал. Ну, у нас, я убрал здесь то, что снято в косопадающих, убрал то, что показывает пересечение движения. Это все, конечно, ну, отдельно, иначе бы 2 часа говорили. Вот, но я опять же хочу вернуться к тому, что мы сейчас лишь почувствовали, что, возможно, для нас вот этот 15-начало 17-го – это некая навыковая революция, которая была, кстати, во всем, не только в письме. Резко изменяются навыки обработки пергамена. Меняется отношение к использованию орудий обработки. То есть они становятся более узкими, функциональными, я не имею в виду узкими по функционалу, их становится больше. Но об этом можно долго говорить. Да, простите, я и так украла огромное количество. Да не, что вы, я с огромным интересом готов это обсудить. Я очень вам благодарен за ваш интерес и готов всегда его и живьем, в общем-то, как-то продолжить и на нашей базе. Спасибо и большое. На любой другой, просто вот были бы очень рады. И любое объединение исследований. Потому что это действительно то, о чем вы говорите, это самое ценное для меня. Это вот то понимание того, о чем я говорю. Я вижу его и вижу, что из того, что вы говорите, много того, что нам обязательно надо учесть и куда надо двинуться. Если мы совместим наши временные промежутки, я думаю, что могут получиться интересные решения, конечно, и утверждения гипотезы. И мы не держимся за свой, я сразу сказал, просто я примеры привел из того, чем занимались. Спасибо, недавно. Но это не значит, что есть какие-то ограничения у нас по времени, а даже как, ну, как сказать, в данном случае как функционер не имею на это права. У нас есть задачи и обслуживание работ, исследования в отделе рукописи и много чего. И никак нельзя сказать, что вот мы будем заниматься только этим. Замечательно. С сердечным приветом из отдела рукописи РГБ и из Московского университета. Конечно. Благодарю, тем более, что да, как человек, живущий в силу семейных обстоятельств и административных между Москвой и Питером, то есть половину времени в Москве, половину в Питере, а вот, я, естественно, буду рад пересечься и обсудить все вот реально. Замечательно, спасибо большое. Денис Олегович, я боюсь, что я украла огромное количество времени, в том числе и у слушающих нас коллег, и Марка не даст соврать, в чате уже есть вопросы. А, нет, да, это комментарий как раз организаторов. Да, все, простите, я замолкаю. Извините, вот Денис Олегович очаровал тем массивом информации, настолько близкой моему исследовательскому сердцу, что невозможно было остановиться. Простите. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Анна Михайловна. Я думаю, что вот это как раз цел семинара обсуждать вместе. Так что спасибо. Есть ли другие вопросы или комментарии? Ну ладно. Да, если нет... Да, я думаю, что это предмет для переваривания. Просто я думаю, что это поздно уже.
мы можем как раз подумать об этом и, может быть, другой раз с Денисом Олеговичем как раз обсуждать. Можно вот вопрос? Это... Я прошу прощения, можно вопрос? Пожалуйста, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Знаете, очень интересно, как фиксируется эта информация официально, и база данных, создается ли та база, которую может использовать будущие исследователи, не имея это оборудование? Значит, как фиксируется? Ну, естественно, любое исследование у нас имеет и поточную фиксацию, ну, просто запись в режиме видео и результатов, поэтому с точки зрения фиксирования цифровая съемка всего, так же, как и цифровое представление любых данных после их обработки, это есть в цифровом архиве, поэтому если к чему-то надо обратиться и вернуться и посмотреть, это не проблема. Что касается базы данных. Дело в том, что мы потихонечку идем к соответствующим базам данных. У нас есть некие такие, как сказать, рабочие зоны. Вот одна – это сайт отдела рукописи Российской национальной библиотеки, где мы готовимся, вот пока у нас в таком рабочем варианте отрабатывается создание базы данных по письму, по манерам письма, имеющих четкое указание на писца. Не нашей идентификации, а только четкое указание. Видимо, мы начнем с рукописи с колофонами. То есть там, я, конечно, понимаю, что колофон тоже может быть скопирован, все мы это прекрасно знаем, но в подавляющем большинстве случаев с этим все нормально, это проверяемо. Вот в ближайшее время мы хотим начать проект, который немножко будет напоминать в свое время такой крупный очень еврейский проект, который вел Бейт Арье, когда были выделены все еврейские рукописи с колофонами, просто он во многом велся и на базе нашего отдела, поэтому мы с ним хорошо знакомы. Сейчас это, прежде всего, Институт истории текстов французский, который многотомник этот давно издает. Вот с точки зрения как бы подхода, наверное, будет тоже. То есть сейчас мы будем представлять письмо рукописи с колофонами как основной текст, так и колофонный регистр, так, соответственно, и другие регистры, которые в этих рукописях есть, там регистр глосс, то есть не суть, разные варианты манер, например, разноразмерные, то есть все это вот в таком полном представлении, с почерковечески правильным снимком. То есть, что такое почерковечески правильный снимок? Это снимок, который позволяет видеть пересекающиеся штрихи. И имеет разрешение на порядок больше, чем ширина самого узкого штриха. Вот здесь все можно очень четко определить. А при этом он будет колориметрически точным, чтобы можно было делать какие-то выводы о цвете чернил. Это все мы себе позволить можем. Ну и, возможно, естественно, будет дополняться там специальными съемками. Вот такой блок, насколько будет почерковическая характеристика дальше даваться, это мы посмотрим. Будет ли там таблица разработки почерка? Будет ли там выделение идентификационных потенциально признаков? Думаю, только модельные, несколько примеров. Потому что иначе работа с каждой рукописью будет занимать колоссальное время. Но вот такая база, наверное, с начала следующего года начнет формироваться уже в доступе, то есть в онлайне. Я пока это не могу пообещать точно, потому что надо сейчас понять, каким количеством людей мы для этого располагаем, но такая задача есть. Это я сейчас говорю о древнерусском, потому что еще есть развитие так называемого русского автографа, это тоже название сайта у нас здесь есть. Соответственно, по новому времени там тоже свои игры, но я думаю, новое время здесь мало кого интересует. Вот, поэтому я вот о древнерусском, да, такая задача планируется. И второе, другая молодежная группа нашего отдела, но, естественно, мыслящая в той же логике, потому что понятно, что это все одна школа, вот, готовится начать большой проект по записям. Это не надо путать с экзотекстами, чем занимается Крысько. А пока просто вот по этим скрописным записям на
о древнерусских книгах из собрания отдела рукописи Российской национальной библиотеки. То есть начинать их собирать. Это Иван Поляков, как лидер проекта, ну, это человек, с которым мы занимаемся рамадановским. Ну, в общем, он тоже хорошо виден по статьям в Академии, все понятно. Вот два таких проекта будет. Вот, поэтому базы данных будут. И, как знаете, мы тоже с болгарским проектом хотим собирать базу данных южнославянских копистов. Ну, это то, что мы бы хотели сделать. И надо все-таки связаться со всеми, которые работают об этом, мне кажется. Ну да, но наши Марка, наши болгарские, наши сербские коллеги прекрасно знают, что в этом отношении мы готовы и никаких проблем использовать нашу базу для работы с рукописями, ну, в смысле, отдела рукописи не будет. Это я уже сейчас говорю как администратор, как директор по особо ценным фондам Российской национальной библиотеки. То есть это совершенно официальное заявление. А в рамках этой работы никаких препятствий, в том числе и финансовой составляющей, не будет. Все будет нормально на общечеловеческих основах. Дай Боже. Да, поэтому, как сказать, это зона моей ответственности как директора. И я вот говорю, что да, мы в этот проект также спокойно включимся и будем рады в нем принимать участие. Хорошо. Нам уже, наистина, в действительности закрывать семинар. Это последний семинар этого семестра, но мы собираем начинать снова с сентября. Сейчас июль и август. Июль-август будет пауза. А с сентября мы бы хотели снова начинать с нашими семинарами. Третий четверток месяца, но мы будем всем распространить информацию. Сейчас мы будем собираться с научным коллективом и планировать следующий семинар следующего года. Очень рад, что вы присутствовали сегодня. Очень большой благодарность Денису Олеговичу, потому что мне кажется, что нам дал материал и стимули, чтобы подумать, которые, мне кажется, важнее даже. И мы будем думать, мы все будем думать и обсуждать, и продолжать это исследование, которое, мне кажется, интересно и которое встретило интерес большого количества людей в этом году. Спасибо огромное. Я очень рад, что мне такую возможность предоставили. Это большая честь для меня. Спасибо. Всем хорошего вечера. И вы будете получить от нас информации скоро о будущих программах. Огромное спасибо. Спасибо. Денису Олеговичу и организаторам. Спасибо. Спасибо, Марко. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо, коллега Цепкин и Марк, и всем.